на конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Симонова Олеся Витальевна. Мне 9 лет. Я живу в селе Топчиха. Я буду рассказывать басню Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Наель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса плечехенько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша, ну что за шейка, что за глазки, рассказывай так право сказки, какие перышки, какой носок, и верно, ангельский быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ты б у нас была царь-птица. Еще не нас похвал, скружилась голова, от радости в забу дыхание сперло, и на приветливо лисица на слова ворона каркнула во все воронье голову. Сыр выпал, с ней была плутовка такова.